Никакого сюрприза, у нас будет девочка. Проволочку нам накапай, ага. Нет, мальчик. У нас будет девочка! На троих. И ты посмотри, а? И тут очереди нету. Ну что ж за день-то сегодня такой? Фу. Так это ж хорошо, что у нас очереди нет. Кому хорошо, курица ты тупорылая. Без очереди никакого общения. Что же я зря новости смотрела, дубина. Внучка, не обращай на нее внимания. Лучше корвалочку нам накапай, ага. Хорошо, дедушка. Шевелись и давай скорее. Быстрее, дочка, быстрее. Давай, давай. Что-нибудь еще, дедушка? Да, и беруши две штуки. Пожалуйста. Ага. Ну, я готов. Ты готова? Ну, готова, готова. Ну, да, открывай. Ага, давай. Отопление. Отопление 1700 гривен. Тихо, 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 тихо. На, пей, 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 пей. Молодец, молодец. Дедушка. А беруши вам зачем? Это не нам, внучка, это тебе. Одевай срочно, бо сейчас такое начнется. Одевай быстро. 1700 гривен за отопление. У меня пенсия 1500. Ироды, сволочи, гады. Сталина на вас нету. Да чтоб вы все попередыхали. Да чтоб вас всех маразм съел заживо. Да чтоб вы, габы, такую страну просрали. Сволочи, подонки, уроды. Держи. Сидят себе говно сраное. Между первой и второй. Сраное. Тиши. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Нам, пожалуйста, все по вот этому списочку. Да. Ого. Рожать едете? Да. Логично. Как говорится, первый раз, первый класс. А у вас то мальчик или девочка? Мы решили не узнавать, потом сюрприз будет. Никакого сюрприза, у нас будет девочка. Нет, мальчик. Нет, девочка. Нет, мальчик. У нас будет девочка! Давайте все успокоимся, а то вы прям тут меня родите. А вы вот с камерой, потому что присутствовать будете, да? Да, буду все снимать для семейного архива. Вот. Тогда я вам посоветую еще взять небольшую баночку на шатыря. Зачем? Его в списке нет. Поверьте, он вам пригодится. Давайте. Небольшая, да? А большая какая тогда? Не доставайте, я вижу. Давайте. И остальное. Да. Идь. Здрасте. Здрасте. О, это вы! Да. Что, родила? Родила. Ага. Мальчика и девочку. Роды были сложные. А, поняла. И спасибо вам. Если бы не ваш нашатырь, я бы вообще ничего не успел снять. Да не за что, не вы первый, не вы последний. Положите в камеру для семейного архива. Я? Хорошо. Только вы крышечку снимите. Что? Крышечку, говорю, снимите. Да что ж я, получается, ничего не снял, что ли? Это я? Меня жена убьет. Да. Не переснимешь. Как я же это все? Ну что? Я же это все. На шатыря? На шатыря. И... Сухой кашель. Ну? При сухом кашле я бы посоветовал вот это вот лекарство. Вот. Неправильно! Почему? Надо дать заграничное, подороже. Но послушайте, действующее средство здесь такое же, и оно дешевле. Так, повтори мне главное правило фармацевта. Главное правило фармацевта. Больше всего...
лекарство помогает тому, кто его продает. Правильно! Ой. И я надеюсь, что на следующий вопрос ты мне тоже ответишь правильно. Что нужно дать человеку, который забежал с зеленым лицом? Подсказка? Отравление. Вот. Ой. Так, значит, при отравлении надо дать человеку лекарство заграничное, подороже, у которого скоро закончится срок годности. Так. С... А, с этой полки. Правильно. Ой. Можно считать, что стажировочку ты прошел. Скажите, Виктория, а если я продам не то лекарство? А вот тут мы застрахованы. Читаем. Товар возврату и обмену не подлежит. Да. Ой. Все. О, твой первый клиент. Давай, как учили. Ой, извините. А, вот по этому рецептику, пожалуйста. Фу. Фу. Да дай сюда! Одну секундочку. Ага, вот это у нас есть, пожалуйста. Так, антибиотики и... О! Аскорбинка! Так, с вас 860 гривен. Как? Извините, доктор сказал, простая простуда. Знаете что? Сказал простая, а написал он сложная. Вы хотите вылечиться или нет? Нет, конечно, хочу. Пожалуйста. Пакетик вам давать? Не надо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Не болейте. Как? Как вы вот расшифровали? Ты что, больной? Ничего не расшифровывала. Хрен его знает, что они тут пишут. Подключай фантазию. Понимаешь? Импровизируй. И главное, не забывай про аскорбинку. Понял? Аскорбинку. Да. Дедулечка, что вам подсказать? Мне, пожалуйста, внученька, от ревматизму чего-нибудь. Ага, хорошо. Крутит меня всего. Вот. И для сердца чего-нибудь. Шалит она в последнее время. Пожалуйста. От давления что-нибудь. Кружит голову до упаду. Так, все? Ну, да, все. Ага. Вот, только они дорогие, немецкие. Как немецкие? А что, наших, что ли, нету? Ну, наших сейчас у нас нет. Но немецкие хорошие. Вот и пойми теперь, кто войну выиграл. Так. Ладно, сколько стоят эти немецкие? 3000 гривен. Сколько? Ой! Ой, прошло все сразу. Ой, ничего не болит. Сразу здоров. Ой, ти-та-ти, за такие деньги я сразу здоров. Ой, ти. Если здоров, иди давай. Дай больным отовариться. Здравствуй, милый. Здравствуйте, бабулечка. Мне от кашля, от ревматизма, для давления, для сердца, для печени, мочегонное, снотворное и анальгин. Так, и, пожалуйста. Ага. Так, 9000 гривен. 9000? Да. Женщина, разрешите пригласить вас на танец «Вторая молодость»? А хоть на дискотеку? Пойдем. За такие деньги, ну их нахрен, эти лекарства. И без них мы сдохли. Да. Надо будет цены на лекарства снизить. А то так все без них повыздоравливают. А,
А что вам дать? Успокоительное. Сейчас. Одну секундочку. Сейчас. Так. Держите. Секундочку. Ага. Давайте. Еще? Ага. Поняла. Сейчас. Побольше, да? Ага. Лучше? Чуть-чуть. Евгений Михайлович, я припарковалась! Я так поняла, что это ваш инструктор по вождению. Да, Евгений Михайлович, поедемте дальше. Как же вы довели его до такого состояния? Да что, я никак не доводила. Мы просто выехали на встречку. Но под КамАЗом мы же проехали. Под КамАЗом? Да, под КамАЗом. А у него в этот момент так быстренько волосы окрасились. Это было так прикольно. Что? Ну я же не виновата, что с вашей стороны дверь вырвала. Ну бывает, но вы же целые и невредимы. Я так поняла, что ваши занятия на сегодня закончились. Как? Мне что, дадут права? Круто! Мне кажется, что Евгений Михайлович говорит, что вы не сдали на права, и вам придется прийти на пересдачу. На пересдачу? Спасибо! До свидания! Евгений Михайлович, все успокоительные, что у нас есть, да? Поняла. Господи, бедный.